Национальный центр бабочек, расположенный рядом с городом Мишен на юге штата Техас, на границе с Мексикой, в среду объявил о закрытии на неопределенный срок в связи с участившимися угрозами и нападками сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Они ополчились на организацию еще в 2017 году, когда ее руководство подало иск с требованием запретить строительство пограничной стены на территории центра. В документе говорилось, что забор отрежет примерно 2/3 площади заповедника и нанесет непоправимый вред окружающей среде. После этого сторонники Трампа начали распространять ложную конспирологическую информацию о том, что организация на самом деле является прикрытием для преступников, занимающихся контрабандой и торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Исполнительный директор заповедника Марианна Тревина Райт сообщила журналистам, что в последние дни в центр стали наведываться сторонники этой теории заговора, включая двух женщин, которые требовали доступа в закрытые зоны, чтобы увидеть, как нелегалы переплывают на плотах в США. По словам Тревина Райт, после этого завязалась потасовка, поскольку кто-то начал снимать происходящее на телефон. В результате центр принял решение закрыться для публики из-за опасений по поводу безопасности персонала и посетителей. «Мы с нетерпением ждем возобновления работы в ближайшее время, когда власти и специалисты, помогающие нам справиться с этой ситуацией, дадут нам зеленый свет», говорится в заявлении президента Североамериканской ассоциации бабочек.